Партнеры проекта. Компания «Байсад». Кухни «Мария». Нальчикский молочный комбинат. Прохладненский хлебозавод. Немецкая бытовая техника «Зигмунд Эйнштейн». Добрый день, дорогие друзья, и вновь в эфире программы. Сегодня меню программы «Вкусный и здоровой пищи». Снимаем нашу программу в салоне кухонной мебели «Марии» при поддержке наших замечательных друзей компании «Байсад», Нальчикский молочный комбинат, Прохладненский хлебозавод и немецкой компании «Зигмунд Эйнштейн», производитель высококачественной бытовой техники. Зигмунд Эйнштейн, техника со вкусом. И в гостях у меня сегодня президент Нотариальной палаты КБР, член Общественной палаты КБР, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Анна Азаматовна Славусова. Встречаем. Добрый день, Анна Азаматовна. Очень рад, что вы сегодня у меня в гостях. Соответственно, мы сегодня поговорим о вашей работе, о вас лично, о вашей работе, как о нотариусе, потому что многие люди, вот по моему опыту, как мы вот перед программой с вами говорили, некоторые люди немножко не понимают значит слово «нотариус». Поэтому наша задача сегодня будет это им объяснить доступно. И заодно, конечно, узнать тонкости работы нотариуса, правильно? Пожалуйста. Как хранителя государственных, как это сказать... Мы будем говорить о том, что нотариус выступает от имени государства с печатью государства российского по защите прав и интересов граждан России. Ну, я со своей стороны, конечно, буду помогать вам сегодня готовить. Готовим мы сегодня с вами ваше любимое блюдо под названием борщ домашний. И по нашей доброй традиции разрешите мне водрузить на вас вот такой фарчик замечательный. Это фартук от компании «Зигмунд Эйнштейн», производитель высококачественной бытовой техники. Вот, надеюсь, что вам будет удобно в нем готовить сегодня. Ну, а я по старой традиции, опять же, свой уже хоженый фартучек, который уже увидел не один десяток программ. И, пожалуйста, вот здесь что написано у меня на фартуке? Сегодня готовить буду я. Ну что, Анна Азаматовна, с чего начнем? Начнем с того, что сварим бульон. Ну, давайте не будем далеко. Бульон у нас готов домашний, да, правильно? Да, готов. Мясо у нас есть отваренное. Так, мясо вот у нас есть отваренное. Да. Анна Азаматовна лично сготовила дома бульон и отварила мясо. Но это нормально, потому что борщ, как правило, варится сколько у вас? Как, ну, вот, во времени? Часа два, наверное, да? Да, конечно. От мяса, пока, да? Да, в зависимости от того, насколько мясо молодое, угу. Или оно старое, также не узнаешь, ну, пока не положишь понятное дело, да. Кастрюлю. Поэтому, если молодое мясо, то, наверное, все равно надо будет готовить где-то вот часа два, полтора-два. Как минимум. Что так. Нам нужно делать дальше? Нам нужно иметь картошку. Картошку приготовили, вот, пожалуйста. Да, картошка уже очищена. Опять же, в целях экономить только времени. Совершенно верно. Нам нужна капуста. Есть. Вот такая вот. Капуста. Вот. Это достаточно. Вся набитая, будет. Хорошая. Да, хорошая. Прям. Надо будет нам... сразу зажарку поставим. Угу, угу. Это помидоры. Есть. Штуки 2-3. Так. Лук. Болгарский перец. Болгарский перец так. Нам нужен будет. Свеклу приготовили. Свекла, да, вот готова уже. Надо ее пошинковать. Так, ну, пока хватит. А это потом уже будем докладывать. Анна Азаматовна, пока начинаем готовить борщ. Опять не отступает традиция нашей программы. Немного о себе, как я обычно, знаете, говорю, кто не знает, узнает. Да. А кто знает, узнает еще лучше. Тем более вот в такой ипостаси, на глазах у многих телезрителей, сготовить свой любимый борщ. Пожалуйста, конечно. О себе. Я работаю президентом Нотариальной палаты Кабардино-Балкарской республики. В то же время действующий нотариус. Понимаете, я сама осуществляю нотариальную деятельность. Как к нотариусу, ко мне ходит очень много народу. Очень много народу. И еще не было такого случая, чтобы кто-то ушел от меня не удовлетворен тем, что я сделала, как я объяснила, как я документы заверила, как я документы удостоверила. Я этим горжусь, конечно. Очень даже горжусь, потому что если человек пришел и не удовлетворен чем-то, то в следующий раз к этому человеку, к этому специалисту, к этому нотариусу уже никто не придет. А что ему может не понравиться? Просто отношения или какие там технические есть моменты? Понимаете, первое, это чисто вот отношение человека человеческий к своему... Фактор. Да, человеческий фактор. Так. Это, в наше время это очень большое значение имеет. Понимаете, нас, нотариусов, много. Если ты обратился к человеку не так, сказал не так, повысил голос... Или что-то ему не понравится,
тоже факт, что он к тебе больше не придет. Ага. Во-вторых, пришел человек к нотариусу, а нотариус не знает, к какому нормативно-правовому акту обратиться. Он звонит своим подругам, специалистам, нотариусам, при клиентах говорит: слушай, Маш, посмотри, вот у меня вот такой человек, такой вопрос есть, вот, да, как вот этот вопрос разрешить. А, то есть здесь речь идет уже о некомпетентности специалиста. Совершенно верно. Угу. Вот к такому тоже уже не придет никто. Понятно. А все специалисты одного формата нотариус, то есть они все выполняют определенную четко функцию? Или есть нотариусы, которые имеют право делать те или иные документы, а другие нотариусы, ввиду там их образования или допуска к этим документам, могут эти документы не оформлять? Или все нотариусы четко запрограммированы одно и то же? Нотариус – это юрист. Юрист, значит, высокого класса. Во всяком случае, так должно быть. Поэтому сказать о том, что этот нотариус не наделен правом совершать какие-то нотариальные действия, нету. Но существует вот такой порядок. Это касается наследственных дел. Угу. Наследственные дела ведутся теми нотариусами, которые уполномочены управлением юстиции на совершение вот именно этих нотариальных действий. То есть, а есть нотариус, который не уполномочен? Есть. Ага. Нотариус, адвокат, они выполняют абсолютно разные функции. Совершенно верно. Понимаете? Хотя мы говорим о том, что и адвокат призван защищать права, законы, интересы граждан, и нотариус то же самое. Но нотариус, действуя от имени государства, выполняя требования закона, он удостоверяет или свидетельствует документы. То есть он как человек, представляющий в данный момент государство. Конечно. В данный момент. Совершенно правильно. Как только печать опускается на лист, это значит, что государство подтверждает законность действий, совершенных. Совершенно правильно. Вот. И документы, которые удостоверены нотариусом, они носят доказательственную силу, имеют. Понимаете? Вот, в частности, вот сейчас очень модно в простой письменной форме продать квартиру, машину, доверенности в простой письменной форме. Это неправильно. Так не должно быть. У человека должно быть документ, доказывающий, свидетельствующий о совершении данных видов нотариальных действий. Анна Заматовна, вот такой еще вопрос. А насколько нотариус несет ответственность за неправильно совершенную сделку? О, это отдельный вопрос, это отдельный разговор, потому что вот сейчас риэлторы там, и кто бы это ни был, как бы он себя ни называл, они помогают составлять проекты договоров, да? Но ведь что бы он там ни написал, этот человек не несет никакой ответственности. Так точно. Ничего не разъясняет, ничего не объясняет, абсолютно это ему не нужно. Он там нашлепал, на компьютере сейчас каждый, ну да, слава богу, уже просто может, да. И все, те ушли, зарегистрировали, а тем более сегодня, когда речь идет о том, что документ этот, договор купли-продажи, являющийся правоустанавливающим документом, он не регистрируется в регистрационной палате, а регистрируется только переход права. Вот это очень печальный конец может быть у человека, который без нотариуса сделал этот договор. Анна Азаматовна, ну давайте немножко отвлечемся от работы пока государственного человека. Вот где родились, как вообще пришли к тому, что составляете, заверяете договора серьезные, в том числе, я уверен, и объясняете людям, как правильно поступить в той или иной ситуации юридической, чтобы человек не остался бы с носом, по-русски говоря, о чем мы конечно, сейчас говорим, да? Совершенно. А начинали-то, я знаю, как любитель модельер. Как Захаров, модельер. То есть сначала вы, ну, как бы другую профессию выбрали, я так понимаю. У меня была совсем другая профессия, и я поступила учиться на юридический факультет Кубанского госуниверситета, довольно-таки уже понимающим человеком, что хочет и в связи с чем. Так что я юридическое образование получила, мне было 30 лет почти что, ну и вот с тех пор я работаю. Ни один день не пожалела. Я очень хотела быть юристом. В молодость я никогда не мечтала о профессии, которым занимаются женщины. Понимаете? Я всегда мечтала быть или летчиком. Слушай, ну это похвальное желание. Да. Вот когда Терешкова
полетела в космос. Так. Я еще была школьницей. Так. Очень сильно переживала. Как же это так получилось, что не я? Ну, а почему тогда не пошли в летное училище, раз уж так вот? Ну, потом уже, конечно, перегорела. Потом я уже пошла работать. Работать пошла, потому что надо было помощь оказывать родителям. Нас у родителей было шестеро. Я вышла очень рано замуж. Вот, у меня было двое детей. К сожалению, у меня сын умер. Дочь сейчас. Есть у меня трое внуков от дочери, замечательные. Один внук и две внучки красавицы. Общественная палата сейчас чем занимаетесь? Какую роль там играете? Я являюсь председателем комиссии по совершенствованию законодательства. А то есть вы работаете над тем, что законы... Правите закон или как это? Нет, не правим, а мы даем общественное заключение, ага. Вот насколько это самое, свое насколько, видение. Насколько закон вменяем, да? Да, конечно, это тоже. По-русски говорится, потому что сейчас такие законы уходят, что иногда дождю даешься. Да, да, да. В принципе, какая кухня нравится? Что нравится дома покушать? Хочется что-то такого съесть, кроме борща. Ой, что вы, борщ для меня – это самое последнее. Вот это как для меня. Я могу, например, зеленый борщ, вот мы здесь в программе делаем, я могу зеленый борщ вообще тоннами есть. Любой, горячий, холодный. И такой борщ мне тоже очень нравится, поэтому я тоже любитель борща. А так вот, кроме борща, если вдруг что-то там, раз, пришли гости, там что-нибудь такое. Ой, если гости пришли, я такое наготовлю. Пожалуйста, пельмени сготовлю. С удовольствием, вся моя семья любит. Пирожки с мясом, угу. Пожалуйста, я могу сготовить. Да масса. Вот, понимаете, вот я говорю, как только я уйду на пенсию, так. Не буду уже работать нотариусом, угу. Не буду иметь вот эти регалии, я открою дома кухню такую, я буду готовить. И буду продавать. Ты серьезно, что ли? Я своим друзьям так говорю, потому что я очень вкусно готовлю. Ну, я думаю, что после того, как вы уйдете со своей работы, никаких регалий вы не потеряете, ибо это регалии совершенно заслуженные. Правильно? Я думаю. Да, просто так, когда меня представляют, много не перечисляют. Обычно. Если есть перечислять, значит, это за что-то было получено, правильно? Да, конечно. Вот. И понятное дело, что эта работа очень серьезная, безусловно. Конечно. Работа это очень ответственная, потому что все-таки на себя нотариус берет, как сказать. Понимаете, как нотариус одно, как президент нотариальной палаты. Нас, нотариальная палата, объединяет 62 нотариуса. 62 высококлассных юристов, высококлассных нотариусов, которые должны меня понимать, которые должны со мной считаться, ну, так же, как и я с ними считаюсь. Так что это, как говорится, нелегкая работа, нелегкая. А вот если, например, молодой человек или девушка захотела просто раз, хочу быть нотариусом, а образование так... как бы специального-то и нет, собственно. Вот такой, как ну, юридический. Такой молодой человек или девушка так не может сказать. Да, как надо сказать, если потому что и надо сказать о том, что первое, человек должен иметь высшее юридическое образование. А вы знаете, есть такие, которые приходят, говорят, а у нас есть помещение, мы вот подготовились, мы готовы уже осуществлять нотариальную деятельность. Что это такое? Себе представить не могут. Главное, что у них есть помещение. Да, не думаю, что это, понимаете, наверное, поставил, да, стол компьютер. Сел, да, взял, да, печать, да, написал, да, Бакли, да. Сергей нотариус. И приходишь, берешь деньги, шлепаешь печать, подписываешь. Совершенно и за правильно. Что не отвечаешь. Абсолютно, да? Точно, да. Так хорошо было, конечно. Да. Я тоже был нотариусом. Но так не должно быть. Это так невозможно. Не должно быть. Поэтому нам нужно что сейчас сказать нашим зрителям? Нашим молодым, которые вдруг заинтересуются. Для этого нужно обязательно. Никаких высшее проблем. Юридическое высшее юридическое образование. Стажировку пройти в течение года, получить лицензию. И в случае так, наличия. Здесь я уже ее разогрел. При наличии вакантной должности, угу, участвовать в конкурсе на занятие этой должности. Налейте еще чуть-чуть. А, усё. Встраиваемая техника «Зигмунд Эйнштейн». Проверенное временем качество. Надежные чугунные решетки. Эксклюзивный дизайн. Украсит любую кухню и прослужит долгие годы. «Зигмунд Эйнштейн». Техника со вкусом. Приходилось путешествовать?
Ой, вы знаете, путешествовать по России, да, конечно. А где? Часто бываю в командировке, в разных городах. То есть командировки предполагаются, да? Да, конечно. Как президент нотариальной палаты я должна участвовать во все мероприятия, которые организует Федеральная нотариальная палата. А это по всей Российской Федерации. Это может быть в любом месте. Вот. А за границей к моему, не знаю, как сказать, стыду, наверное, или что, я единственный раз за рубеж выехала во Францию. Как говорится, увидеть Париж и помереть. Нет, помереть не надо, нет. Мы взяли большую сковородку. А что вы сняли его? А я сегодня вот сюда сейчас представлю. Пусть у нас кипит, а здесь просто побольше будет у нас огонь. Потому что у нас, видите, какая плита универсальная? Здесь можно менять местами кастрюлю и сковородку. Значит, я хочу заметить, обратить ваше внимание, что готовим на встроенной плите Зигмунд Энштайн со специальным напыленным покрытием для удобства уборки. Четыре ручки у нас регулируют здесь совершенно легко. Мы включаем здесь огонь, поджиг, электроподжиг существует. И чугунные решетки для того, чтобы ставить сковородку или кастрюлю. Самое главное для хозяек – это удобство употребления, ну, как бы использование, и самое главное – мыть можно легко. Так, ну что во Францию приехали? Давно это было? В 2010 году. О, ну, недавно, недавно. Да, недавно. Недавно. Что запомнилось во Франции? Ну, круассаны, понятное дело. Вы понимаете... Эйфелева башня, круассаны, Елисейские поля. Да, мы были везде, нас возили. И культурная программа была очень большая, обширная. Вот, в музеях были. В общем, очень понравился. Ну, это была просто туристическая поездка? Нет. Нет, а что это было? Это курсы повышения квалификации. А, вот даже как. Да. То есть, вот в вашей работе существует вероятность, да, возможность посещения, ну, там. Да, да, да. Скажите, а чем отличается, и отличается ли вообще специфика работы, например, французского нотариуса от специфики работы российского нотариуса? Конечно, за исключением каких-то правил или сводов законов, которые действуют на территории этой страны. Смотрите, российский нотариат и французский нотариат, они исповедуют систему латинского нотариата. Так. Вот. Разницы между тем, как должны работать французские нотариусы и российские, нету. Другое дело, во Франции государством нотариусы наделяются более широкими полномочиями. В частности, у них вообще не может быть, чтобы сделка была не удостоверена нотариально. Особенно, если это касается недвижимого имущества. Недвижимое имущество, тут у них, значит, нотариус занимается еще тут же, не отходя, как говорится, да? Расчеты делаются через кассу нотариуса между сторонами. Кроме этого, нотариус сразу взыскивает тот налог, который должен пойти в казну государства, то есть налоги. Так. Таким образом, нотариус для них это... И еще и как кассир, как банк. Да, совершенно верно. Очень большое, как говорится, подспорье. Абсолютно. А вот расчеты финансовые тоже при нотариусе производятся? Конечно. Здесь, в России? Вообще, законом не предусмотрено, но мы в договоре всегда отражаем, когда свидетельствуем или удостоверяем договор о том, что сделка совершена при нотариусе и о том, что сумма по договору уплочена в момент составления, в момент заключения договора. Либо после заключения, то есть свобода договора они могут определить, но в любом случае, как бы это ни было, сумма договора является существенным условием. Понятно. Анна Азаматовна, скажите, а были ли случаи, прецеденты, когда, например, отменялся вот этот документ, который составил нотариус? Ой, конечно. То есть не ввиду того, что сделка сорвалась или кто-то из сторон там что-то, а именно вот о неправомерности действий нотариуса, вот из-за этого были случаи, не в вашем, нет, вообще вот в практике? Конечно. Конечно. То есть получалось так, что выяснялось, что нотариус неправильно оформил документы, да, либо пошел да. на нарушение, правильно? Да, конечно. А что нотариус за это будет, если он вдруг нарушит закон? Если это относится к такому наказанию, за которое надо наказать нотариуса уголовно, так. уголовная ответственность. То есть нотариус никак, никакой брони не имеет, да? Несмотря на то, что он представитель законной власти, наоборот, он еще получит по полной программе. По полной программе. По Понятно. Полной. Это надо знать тем, кто хочет очень быстро снять помещение и стать нотариусом, да? Да, конечно. Так, помидоры как? Помидоры я вот так вот. Просто пробую, ну вот видите? Да, конечно. Ой, говорит, нет, это обычный борщ, как утварят его все.
Ну, я думаю, что так должны варить все. Да все по-всякому. Да. Вот так, таким, правильно? Да, конечно. Вот, все, сейчас мы быстренько. Ну, кто-то натирает. Я тоже режу иногда кусками, вот такие вот, ну, иногда помельче люблю, иногда натираю, это уже не важно. Да, это, да, тогда борщ приобретает истинно такой прям свежесть. Да, да, да. Так, ну и томат нам нужен, конечно, да? Да, только подождите с томатом чуть-чуть. Чтобы это размягчилось, пожалуйста, накройте чем-нибудь. Накрыть крышкой, хорошо. Накрываем крышкой и оставляем для того, чтобы потомилось, да, правильно? Да, 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 конечно. Так, Анна Азаматовна, а вот что с мясом делать, когда мясо вы добавляете? Мясо добавляет каждый, кто кушает. А, то есть тогда мясо уже просто кусочками и добавляется просто в тарелку, как вот так. И так тоже я встречал. Да. Я так делаю. Вот это порежьте, если вам не тяжело. Не тяжело, конечно. Мне нравится резать. Так, хорошо, да, теперь поговорим мы о отделении ассоциации. Вот, представьте, вот отделение вот, юристов России. То есть это совершенно, ну это то же самое, но это, я так понимаю, чуть-чуть уже немножко в другую сторону, да? Никак, вот, никак. Да, конечно. Это тоже, это общественная организация, это объединение юристов. Если нотариус объединяет, нотариальная палата объединяет нотариусов, потому что они нотариусы, потому что не будучи членом нотариальной палаты, никто не имеет права осуществлять нотариальную деятельность. Поэтому они члены нотариальной палаты, потому что они нотариусы. Что касается ассоциации юристов, в ассоциации юристов все юристы, независимо, где бы он ни работал. Тоже, знаете, это один из гражданских институтов гражданского общества Российской Федерации. Тоже призваны защищать права, законы, интересы, но путем оказания бесплатной юридической помощи всем желающим, которые обращаются к ним. Да, вот здесь нужно сейчас немножко опять уточнить, что нотариус все-таки, да, это специалист, который взимает деньги. Конечно. За удостоверение документа. Конечно. А вот там, где вы занимаетесь вот в этой общественной организации, там предоставляются бесплатные юридические услуги. Бесплатная юридическая. Вот, вот это знаете, это одна из функций. Там очень много функций. Его перечислят в нашей программе. Я думаю, что это одна из основных функций, потому что сейчас до такой степени некоторые люди не могут позволить себе как бы платные услуги, поэтому, наверное, это очень, очень важным будет. Очень важно, очень важно. Вы понимаете, вот работая в общественной палате, я еженедельно в среду с 11 до 2 часов принимаю граждан. Вот в общественной палате. Так. Томат достаньте, пожалуйста. Томат, так, томат мы используем, вот такой байсад. В каждой программе его используем, потому что у него очень хорошая консистенция. И он... Можно, да? Да. А я вот так вот. Давайте. Все, вот где бы человек ни работал, если он настоящий специалист и настоящий человек, он должен всегда помнить о том, что он на службе у государства, на службе у людей, проживающих в этом государстве. Если это не забывает человек, то это хорошо. Да выключите, пожалуйста. Выключаем. Так, перемешать, наверное, нужно, да, вот это все сейчас. Так. Вот как красиво. Ну, я так думаю, кто даже уже позавтракался перед тем, как смотреть нашу программу, сразу подойдет к плите и начнет готовить борщ, который готовит все вместе со мной, Анна Азаматовна Целоусова. Вот. Да, ну что вот, конечно, такое изобретение, как борщ, здесь уж никуда не уйдешь. Это на самом деле вкусно. Даже будучи за границей, я часто бываю за границей и, конечно, знакомлюсь с кухней той страны, где вот приезжаю. Ну, мало в какой стране тебе могут дать вот что-то похожее на наш российский, русский вот такой вот борщ, да? Как вот, совершенно как, верно. Как его не называй. Французы могут сделать все, от фуагра до, там, не знаю, до улиток, но вот борщ они готовить не могут. Для этого существуют специальные русские повара. Конечно. Все, товарищи, борщ готов. Так, ну что, друзья, я напоминаю вам, что вы смотрите программу «Сегодня меню», программа о вкусной и здоровой пище. В гостях у меня президент Нотариальной палаты КБР, член Общественной палаты Кабардино-Балкарской республики, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Анна Азаматовна Целоусова. Готовим с ней борщ замечательный. Вот уже практически готов. Осталось нам только подождать, пока он потомится, я так думаю. Правильно? Да, добавить конечно. Чесночка и начать пробовать.
Друзья, вот получился такой замечательный борщ. Очень вкусный, очень. Должно так, быть. Выключаем. Что нам остается сделать сейчас? Это только приступить к сервировке и попробовать, что же у нас получилось. Да. Друзья, ну вот он приятный момент, когда все, что у нас получилось, придется попробовать. Но, как мы сказали, без хлеба борщ, какой же борщ без сметаны на любителя, правильно? Ну да, поэтому конечно. Я предлагаю вот такую совершенно замечательную сметану новой деревни, 30%. Я думаю, что этот изумительный продукт по качеству, по консистенции очень удачно вписывается в наш сегодняшний борщ. Что, разрешите ухаживать? Так, вот так вот и поставим. Ну что, пробуем? Пробуем. Весенний, весенний-летний такой даже запах у него. Да. Хочу сказать, что ведь мы ни разу не посолили. Правильно? Да, до какой степени вы точно угадали соль в этом борще, когда делали бульон. Совершенно правильно. Ой. Не, ребята, вкусный. Вкусно, вкусно. На самом деле вкусно. Ну и, конечно, глоточек. А рана тоже нам не помешает. Давайте, с удовольствием выпью. Ну, что могу сказать. Это программа «Сегодня меню», программа вкусной очень и здоровой пищи. В гостях у меня президент Центральной палаты КБР Анна Азаматовна Целоустова. Давайте ее приветствуем. Анна Азаматовна, огромное спасибо. Спасибо. На правах нашей сегодняшней гости вот здесь. И опять в традиции нашей программы. Наш гость никогда не уходит от нас без памятных подарков. Поэтому от нашего дорогого друга, кухни Мария, о-о-о, вот эти часы, традиционные часы с нашим традиционным пожеланием на пустыне, чтобы каждая стрелочка, которая будет двигаться в нужном направлении, каждая минута, доля секунды, приносили вам счастье, здоровье, любви. Все, кто вас знает, кто любит, на работе, сотрудникам, кто угодно. Только спасибо. Положительные секунды, часы, годы вашей жизни. Спасибо. Кухня Марии, когда кухня в радость, это вам держите. Спасибо, спасибо. Я думаю, что компания Siegmund & Stein тоже не отстает. И вам в подарок вот такой сегодня, как на вас, замечательный фартук фирменный. И прихватки, которые так необходимы каждой хозяйке на кухне. Конечно. Siegmund & Stein. Техника со вкусом. Дальше поехали. Начевский молочный комбинат, который выпускает молочные продукты изумительного качества по очень хорошей цене. Представляет вам торговый знак «Новой деревни». Спасибо. Это вам на здоровье. Компания «Байсад», которая в течение третьего года нам помогает снимать эту программу также. Вот такую вам корзиночку подарочную со всевозможными продуктами от компании «Байсад». Спасибо. Ну и какой стол не обойдется без хлеба? Мы сегодня уже говорили, хлеб всему голова. Поэтому прохладинский хлебзавод, ко всему прочему, еще вот такую хлебную корзиночку в подарок. Ой, спасибо вам. На здоровье. Варите борщ, варите, готовьте с удовольствием, угощайте своих друзей, близких, спасибо. Всех, кого любите. Ну и от нас еще вот вам такой маленький весенний подарочек. Спасибо. Куплен нами сегодня совершенно спасибо. Случайно на дороге у маленьких мальчишек. Я очень рада. Друзья, ну что мне остается? Мне остается только вам напомнить, что вы смотрели программу «Сегодня меню», программа вкусной и здоровой пищи. В гостях у меня была сегодня президент Нотариальной палаты КБР Анна Азаматовна Целоустова. Смотрите нас на том же самом канале в то же самое время. И если вы нашу программу до конца досмотрели, это значит, что у вас изумительный вкус. Будьте здоровы, увидимся. Проекта.
Компания «Байсад». Кухни «Мария». Нальчикский молочный комбинат. Прохладненский хлебозавод. Немецкая бытовая техника «Зигмунд Эйнштейн».